по выписке, ты должна мне 25 тысяч. Сколько? Давай считать. Резиновый мужик, мы им вместе пользовались. А где он застрял? Вот тот пусть и платит. А в баре вот 7 тысяч рублей. Да это когда? Когда мы думали, что нас твой ухажер угощает. А каршерингом мы вместе пользовались? Вместе. А взятку полицейскому мы вместе давали, когда выяснилось, что это не каршеринг, а мы машину угнали? Ну, вместе. Ну, вот тебе и 15 тысяч. Там взятка 10 тысяч была. Угу. А фуражку полицейскую мы мерили? Ну, да. А помнишь, мы на вечер для твоего ухажера съедобные трусы покупали? А ничего, что мы проголодались и с тобой вместе их сожрали. Нет, все-таки съедобные трусы вкуснее, чем чипсы. 10 тысяч за тату. Да. За какое тату? Мы ж тебе на спине купола накололи. А, я думаю, что спина болит. А 2000 за что? Ну, так мы ж их еще и осветили. Кать, вот что-то мне так хочется чего-то, я не пойму. То ли кошку понюхать, то ли клубнику, то ли в гардеробе вещи обшмонать. Жень, может, ты беременна? Вроде нет. Не-не, точно не беременна. Дай-ка сюда. А как ты это по пробнику из Литуаля поняла? То ли в клуб хочется. Друзья, у нас в клубе новенький. Здравствуйте, меня зовут Женя, и я алкоголик. Слушай, вот мне тоже один раз так сильно чего-то хотелось. Я прям хочу, сижу, хочу. Вот хочется и все, тут не могу. Я обописалась. Катя, я поняла, чего мне хочется. Мне хочется пиццу, хочется чизбургер, мужика хочется и хочется поспойлерить. А где чизбургер? Пицца со вкусом чизбургера? Чего? И правда? Как вкусно и гениально! Прям то, что я и хотела! А вот жалко все-таки, что Дайнерис в последней серии... умерла! О, Лена с Артемом нас на свадьбу пригласили! Так, надо думать, что им подарить. Вот ты знаешь, у них вроде все есть. Ну да, а красоту же не подаришь. Угу. А давай им стих напишем. Слушай, а по залету с чем рифмуется? А давай ей курс фотошопа подарим. Зачем? Ну, фотографии придут, а она на них жирная. Наш подарок точно понадобится. Как я поняла, свадьба будет традиционная. Угу. Банкет, вынос торта, вынос мозга, развод. Нужно обязательно калькулятор с собой взять. А калькулятор зачем? В прошлый раз подарили 5000, а наели на 4500. Цвет свадьбы синий. А, это значит придется прям сейчас пить начинать. Так она ж попросила нас еще подъезд для выкупа приготовить. Вот эти вот все плохие надписи про нее стереть. Блин, вот что писали, что не писали. Так, а кто приглашение прислал? Жених. Так надо же ему ответить, это как-то неловко. А, давай. Твоя невеста тебе изменяет. Вот фото. Поздравляю. Мама, мне нравятся девочки. Ну, глядя на твоего отца, я частично одобряю этот выбор. Ой, я это вслух сказала? А по-моему, тебе нравится пи***лей получать. Отлично, а дальше кто? Собаки? Доча, ну сколько раз тебе повторять? Джастин Бибер не девочка. А может, просто нужно найти мужика, у которого грудь больше, чем у тебя? Ну, то есть любого. Чтоб я понимала масштаб трагедии, а девочки прям в смысле маленькие. Лучше б вон с брата пример взяла. Ему вот мальчики нравятся, а тебе вот прям все девочки нравятся? Или какая-то конкретно? Нет, просто если это Пугачева, то она и мне нравится. Это я во всем виновата. Просто я слишком сексуальная. Забирай все свои лесбужские вещи и вали из этого гетеросексуального храма. А у вас там есть женщины моего возраста? Я хочу себе вставить грудь. А мозги ты себе вставить не хочешь? Господи, да это же уже пошлость. А я и хочу пошлость. Ой, все, делай. Делай, не забудь тебе тут татуировку еще набить вот здесь, дура! Да я маленькую! Женя, у тебя и так маленькая. Алина вон сделала! Да Алина тупая, ей просто взять больше нечем. А Таня? У ней вообще кандидатская степень. Таня хорошая, но она, наверное, какое-то увечье или уродство исправляла. Да это и есть увечье и уродство! Посмотри. Неудачные последствия увеличения груди. Мне тоже есть что тебе показать. Удачные последствия увеличения груди. Женя, да какая разница, какая грудь? Ой, Катенька, привет. Здорово, Жень. Нет!
Ну, все и вы нарядились. У этой платье короткое, как у шлюхи. Как у шлюхи. У этой платье длиннющее, как у монашки. Как у монашки. У этой платье средней длины, как у... Ну, что стоишь, помогай! Как у... Особенно Соколова вырядилась. Как будто из-за этого платья все забудут, что она на физре пукнула. Да пошла ты в жопу! Женя, нам еще аттестат не выдали. О, в смысле, здравствуйте, Ирина Владимировна. А Калинкин меня сегодня точно на танец позовет, потому что он в меня втюрился. Чего встала? Я же говорю. У Соколовой платье цвета блевоты. Это и есть блевота. Опять она раньше времени нажралась. Ой, смотри, какое у нее платье. И лифчик, и трусы видно. Блин, она сегодня по-любому девственности лишится. Повезло нашей директрисе. Смотри, рассвет начался. Ага. Ты, конечно, не рассвет. Это ж физрук горит. Ух, ё! Побежали снимать. Я же говорю, это не я вазу разбила. Это... Ее хвостиком смахнул. Да я же говорю, нам пока вообще ничего не задают. Да я не курила, я просто рядом стояла. Ну конечно настоящая, я что нищая подделки покупать? Я буду любить тебя вечно. Да это не он меня бросил. Это я его бросила. Ой, да у меня полно времени. Вот мне сейчас вообще не до мужиков. И я слышала, что детородный возраст повысили. Это был самый лучший секс в моей жизни. Я в своем возрасте об учебе думала, а не о мальчиках. Да-да-да, ты мой любимый внучок. Я на тебя все перепишу. Под кроватью еще помой. Началось. Что началось? Ну, маковое поле. Ну, всемирный потоп. Ну, грязные делишки. Кровавая свадьба. Яндекс, беда. Ну, деливери, кап-кап. Потоп в норке Хоббита. А-а-а, все, поняла, поняла. А у тебя есть, ну, это? Что? Ну, затычка в третье ухо. Скафандр для котенка. Нижняя шляпка. Кофр для бикини. Заплатка для пробоины. Кать, ну, ты можешь нормально сказать? Да девочки, ну фу, ну